13 мая в Имишли, Барди и Агдаме прошли церемонии прощания с шахидами Первой Карабахской войны. В селе Шахвердили Имишлинского района простились с Сиявушем Эльдароглу Исмаиловым. В январе 1994 года Сиявуш Исмаилов пропал без вести в районе села Абдурахманлы Физулинского района. Он был захоронен как неизвестный шахид на кладбище Пейгамберли в поселке Шафак Бейлаганского района. Его останки были идентифицированы спустя 30 лет. А в поселке номер 866 Бардинского района прошла церемония прощания с шахидом Азизовым Магирамом Исмаилоглу, числившимся пропавшим без вести с июля 1993 года. В селе Эрги Агдамского района также состоялась церемония прощания с шахидом Хикметом Зелеоглу Алиевым. Он пропал без вести в июле 1993 года в селе Сараджалы Агдамского района. Его останки были обнаружены в массовом захоронении на территории этого села. Останки шахидов были захоронены на аллее шахидов в поселке Гузанлы Агдамского района.